Настал сегодня тот день, когда Настя наконец-то пришла на позирование в купальнике. Пока купальник только еще не соревновательный, а такой, как говорится, вариант для пляжа, но надо с чего-то начинать, поэтому вот сегодня смотрим, пожалуйста. Что мы имеем на данный момент? На данный момент у нас вот такая форма тела. Сегодня у нас, какое число? 16 марта. Вот, очень мне нравятся ножки хорошие, квадрицепсы. Животик втянули, показываем. Просто становись лицом, показывай пресс, да. Втяни живот. Ага, ага. Так, работаем еще над, немножко над спинкой, поворачивайся, показывай бок. Угу, живот втянула. Ножку вперед на меня, бедро. Еще больше бедро вперед. Живот втяни. Ага, хорошо. И спинку показывай. Прогибчик, прогнулась. Так, еще работать надо, конечно, но будем стараться. Руки, поработай руками. Так. Сейчас просим на сцену. Участница, четверть поворота направо, пожалуйста. Участница, четверть поворота направо. Четверть поворота направо, пожалуйста. И четверть поворота направо. Спасибо, на свои места возвращайтесь. Как вы думаете, где мы с Настей сейчас? Я не знаю, слышно ли меня. Тут такая громкая музыка. Короче, девочка, которая на сушке, пришла в место, где танцуют, прыгают, потеют все. Вот, сейчас мы вам покажем. Занятые люди, тренируемся. Это, кстати, презентер Александра Павловича. Ну, я его спиной сниму. Спортсменка настоящая, молодец. Покажи бицепс. О, какой. Сейчас озвучу правильно. Настя, посмотри, какие мы молодцы, что пришли на конвенцию. Да, Оля. Вот мы спортсменки настоящие, да? Да, Настя? Да, Оля. И вот прям занимаемся, тренируемся. Вот шведская стенка, видишь, да, Настя? И вот там люди занимаются. Мы сейчас тоже пойдем туда, да? Да, Оля? Вот кроссовки наши. Мы же спортсменки, мы должны быть в кроссовках. Вот коврики вон стелят, да. И мы сейчас тоже сидим на ковриках.
26 марта, чтобы быть точным. Настя сегодня снова на каблуках, мы снова позируем. Кульки, не обращайте внимания, это ботинки. Настя красиво позирует, это я, это Настя. Вот, она поменяла образ немножечко, вот стала такой блондиночкой. Очень классный образ ей сделали. Контакты, да, там типа, а номер такой-то. Парикмахер. Да-да-да, ну это уже как захотите. Можете писать в личку, в где? Где? В Инстаграм, да, YouTube, да. Короче, вот сейчас мы ходим, и насколько изменилась Настя на походка, можете сами сравнить, заценить. Настя живот. Красиво, пошла, давай. И хочу напомнить то, что мы начинали практически с нуля, то есть, ну, практически, грубо говоря, учились ходить на каблуках, и, ну, плюс на таких высоких каблуках. Настя, ты ходила на таких каблуках раньше высоких? Нет. Никогда, вот, да. А вот сейчас настолько уже, это за сколько? Практически за месяц. За месяц. Да. Ходи. Вот, немножко раскрепостили ручки, научились правильно ими махать, потому что раньше тоже зажатость была некоторая в плечах. Вот сейчас уже лучше. Настя пока ходит, наматывает километры, сжигает калории. Так же тоже с пользой. Да, а сейчас мы будем красиво выходить уже как на сцену. Давай, приготовилась, пошла. Красиво. Улыбайся, да, вот. О, молодец. Сразу видно. Умничка. Крутись. Ой, молодец, плечо опусти только. Супер. Живот. Да. Так, молодец. Умничка. Как видим, уже успехи есть. Локоть выше, правый. Левый. Да, боком больше. Локоть. Кулак поставь на живот, да. Ну, этот, который какой-то. Правый, это правый. Больше. Вот так, вперед вынеси. Кулак на животик, да закрой пуп. О, вот оно, отлично, скрутись. Да, улыбнись еще при этом. Ну вот так вот сложно, да. Улыбнись, скрутись, кулак на живот. Четверть поворота направо, красивенько. Опс, молодца. Да, мы еще будем, когда в купальничке, репетировать. Увидите, как красиво у Насти работает спинка, насколько мышцы окрепли. Тоже хочу добавить еще от себя, что она когда начинала заниматься, буквально когда, вот, год, да? Не год. Дальше. Ну, а там два. Да. Спина у Насти была очень зажатая. Грудной отдел позвоночника был очень зажат. Сейчас намного все лучше, слава богу, мы уже достигли хороших результатов, так что ставьте лайки, подписывайтесь, Настя, покажи вот так, ставьте лайки, да. Да, он красиво спозировал даже с лайком, да, все, отключаемся, работаем дальше. Сегодня, блин, еще раз, сейчас настроится четкость, резкость. Настя, не хочешь себя, нашла. Сегодня торжественный день, Настя в купальнике, в котором будет выступать. Давай, Настя, показывай, что ты... Кто ты? Как ты можешь это все? Я просто сниму, а потом буду тебя исправлять. Напрягай ножки. Угу. Угу. Попу кверху, бедро кверху. Плечо к низу, живот втянул еще. Еще развернись. I found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. Get up, get up. You get busy, you get busy, you get busy. Get up, get up. You get busy.